Тюкалинский ледовый дворец в последние годы нередко становится площадкой для хоккейных баталий в рамках турнира «Омские орлята». Вот и зональные туры седьмого первенства стартовали именно здесь. Год мы встречаем этот турнир. Если говорить вообще о составляющей этого турнира, я думаю, что это такая как платформа подготовка хоккеистов к выступлению на уровне своего района, да, чтобы защищать честь на праздниках Севера. У нас не только же мы проводим зимой, играем. Ребята у нас ездят в летние лагеря, они проходят такие профессиональные сборы, они бегают кроссы, они работают над общей физической подготовкой, над общей выносливостью. И потом, конечно, они растут. С каждым годом они становятся все лучше и лучше. Я сейчас был на празднике Севера в Знаменке. Там клятва от всех спортсменов, молодой человек зачитывал, который был победителем от Знаменского района на Омских Орлятах. Ну, чем не гордость? Для меня это гордость. Команда Омского района заняла лидирующую позицию после первых же матчей и на протяжении двух дней продолжала уверенно двигаться вперед. Веселый, да. Всех выиграли. Оказать достойное сопротивление Сибири смогла местная команда. Несмотря на то, что лисы уступили со счетом 1-3, их матч можно смело назвать самым напряженным за два игровых дня. Много болельщиков собирается. Очень хорошо, когда люди приходят смотреть на нас, поддерживают нас. Команда наша ждала, уверенно двигались, тренировались, хотели попасть. Вот мы попали и вышли в финал. Мы результат сделали еще утром в игре с Марьяновским районом, обыграв их 8-1. И уже мы выполнили задачу, выход в финал. Финал, потому что их тем более состоится в Тюкалинске. Это очень приятно, что мы в финале. И на пацанов не давило ничего, что там нужен результат, нужен. Они вышли просто раскованно и играли в свое удовольствие. Из-за этого, может, такой результат получился. С лисами. Они были очень трудны. Вратарь очень хороший. Он очень хорошо тащил. И игроки хорошие были. Забивали. Достойные. Третье место по итогам первого зонального тура заняла команда Марьяновского района. Хорошо. Мы начали играть в пас,
забивает пас, и вот все получилось у нас, и выиграли игру. Финал «Омских орлят» состоится в Тюкалинске в середине апреля.